«Школа вожатых» – новый проект, организованный для обучения волонтеров, которые работают летом на детских площадках курорта. Таких в Сочи 145. Наполнить их содержанием, сделать привлекателями для юных сочинцев – основная задача. Спикерами на лекциях «Школы вожатых» выступят педагоги СГУ, представители российских студенческих отрядов «Орленка», Российского союза молодежи. Каждый год мы ищем новый формат, как наполнить новым содержанием, как сделать площадки наиболее привлекательными для наших детей. Нам нужны образовательные программы, нам нужны программы, развивающие для детей, да? Нам нужны программы, сориентированные на патриотическую направленность. Мы очень надеемся, что ребята, которые сюда приехали, тоже заинтересованы в том, чтобы качественно уметь работать с детьми, подростками и с разными категориями населения. Мы готовы рассказать некоторые секреты. Занятия в новой школе продлятся почти 2 месяца. За это время более 200 волонтеров, студентов узнают, как правильно организовать досуг детей, как создать команду, стать лидером, а еще научатся технике безопасности и основам первой медицинской доврачебной помощи. Мы должны будем заниматься с детьми, обеспечивать активный досуг и отдых. Лично для меня это новая возможность узнать что-либо, поучаствовать активно в жизни города, заинтересовать деток. По окончании школы вожатых слушателей курса ждет экзамен, им предстоит защита проектных работ.